На тебе собираю свои сраные кубики. Что ж ты не собрал? Тупой, что ли, да? Иди нахуй. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Протокол. Чего мы только не видели за эту игру. Давайте посмотрим, что преподнесет она нам в этот раз. Срань господня. Окей, хорошо. Это за что же ты, железяка, начала всех убивать? Отлично. Эй, да я везуч. Отлично, отлично, отлично. Все, больше не стреляем ни в кого. Только стульями кидаемся. Вот так. А, ему все равно. Главное не стрелять. Я это сделал! Зря это я. Я понимаю. Так, планшет испорчен. Вон, иди. Чини планшет! Хорошо, здесь есть умывальник. С водичкой. Сортирчик. Я могу теперь не опускать и поднимать стульчак. Могу это забросить. Вот так. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Что это? Ампула? Нафиг ее. Мне нужен вот этот вот терминал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Найди ключ-карту в комнате доктора Рид. Эта ключ-карта дает доступ к медцентру. Пароль от ее комнаты 317090. 317-090. 317-090. Ключик, ты где? Я иду искать. Найдите ключ-карту Рид, уровень доступа 4. My God. Что это за говно? Ты меня напугал, уйди отсюда! На шаг ближе к спасению. Ключик, спасибо. Откроешь мне медцентр? Добро пожаловать в исследовательский комплекс «Терминус». Соблюдайте протокол. А вот это мне уже не нравится. Соблюдайте протокол. Ошибка. О, посмотрите. Запуск реконфигурации основных циклов. Ошибка. Добро пожаловать. Ошибка. Блин. Генерация психофизического профиля. Ошибка. Ладно, просто уходим отсюда. Надеюсь, ты не слишком напортачил. Ой-ой-ой-ой-ой, быстрей, быстрей, быстрей. Красный терминал, медцентр. А, нет, а, нет. Что происходит? Это что еще за чертовщина? У меня есть куча других способов убить. Так, моя жена единорог. Вечернее платье красивое. Она как... ладно, не важно. Похожа на персонажа из «Криминального чтива». Да, да, я согласен с тобой. Медцентр. Я люблю французский. Фу, ладно, попадите во внутреннюю зону медцентра. А, я понял. Все сотрудники комплекса «Терминус» обязаны пройти превентивную вакцинацию. Нет, 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 атака, ребят, меня атака. Будут заблокированы. Еще? До тех пор, пока все сотрудники не пройдут превентивную вакцинацию. Да пошли вы, знаете куда? Превентивной вакцинации необходимо вколоть в себя 500 Воу! Единиц серого препарата. Все? При отсутствии серого препарата вы можете изготовить его самостоятельно. Опа, Мишка кто? Смешав имеющиеся препараты. Так, это человек не сотрудник. С открытыми глазами уснул. Двери стрём. Медицинского а здесь центра непонятно будут кто. Заблокированы до тех пор, пока все сотрудники не пройдут превентивную вакцинацию. Видимо, без вариантов. Больничный сотрудника. О, да. Серый препарат. Звучит как самоубийство. Больничный лист сотрудника Джуматов. А это? Совершенно секретно. Подобные документы лежали, когда я был в роли президента, который подписывал указ, чтобы меня отправили в эту миссию. Наберите в инъектор 500 единиц серого препарата. А. Вот этого препарата? А как мне включить фонарик, нет? Ладно, пока не будем ничего вводить в себя. Функции. Открыть дверь медсклада. Хорошо. Файлы. Нету. И сообщение.
Ох, как много. От Уилсона. Тема бедолаги. Нашел карту или нашла? Я хз какого ты пола. Если да, то дуй в изолятор и найди ключ-карту с доступом 3. Затем в центральной комнате поднимись по лестнице и попади к техническому лифту. Спустившись в технический коридор, нужно попасть с сервера... Блин, да в северо-восточный сектор. Там следующее послание. На этом пока. На это пока. Цербер. Модернизация. Завтра ваш медицинский блок придут техники для переоборудования помещения под нужды программы «Протокол». Убедительная просьба, доктор Рид. Уберите все лишние предметы на склад и соберите все для последующей эвакуации. Доктор Рид. В южном секторе многие люди начали болеть простудой. Заведующий нашего медцентра утверждает, что это из-за работы на морозе, хотя у меня сомнения. Я отправил вам карточки состояния больных. Жду вашего мнения. Родригес. Это обезьяна. Извините, но вы не могли бы убрать эту обезьяну? Я понимаю, это память о вашем сыне, но черт побери, эта обезьяна пугает всех, да, извините за выражение, усрачки. Вы вообще знаете, что это обезьяна из фильмов ужасов? А, я понял, про какую обезьяну говорят. Хорошо, оу, у нас не работает склад. Ладно, он не открывается. Тогда давайте вернемся. Мы, да, забрали с собой карту. Мы можем вернуться вот сюда, нам нужно серое вещество. А, я ничего не вижу. Поднесите сканер к объекту. Что мы можем здесь отсканировать? Ничего особо. О! Объект невозможно анализировать. Нам нужно найти серое вещество. Серое вещество. А вот и инъектор. Хорошо. Правильно? Теперь у меня наконец-таки будет внутри серое вещество. Да? Пустая голова. Я ввел в себя. Просто так что-то в себя ввел. Вот инъектор. Вот серое вещество. Но я в себя ввел его. Но что-то ничего не происходит. Я уверен, решение у меня прям под носом. Я опять ничего не понимаю. Ладно, давайте ставим. Это пустая бутылка. Возьмем отсюда. Почему? Она тоже пустая. Хорошо, может быть, надо еще раз нажать. Открыли. Закрыли. Кнопочка, жмись. Я вообще ничего не вижу. А, вот еще одна ампула. Набрали. Вставили. Поставили. А! Они вот здесь. Серая, серая, серая. Вот инъектор, но я нашел, на полу валялся. Стоп, смотрите. Мне надоело, что этот Уилсон постоянно ошивается в медцентре. Куда смотрела служба безопасности, когда выдавала ему ключ-карту уровня доступа 3? Он IT-персонал, у него не должно быть такого высокого доступа. Серая жидкость, ребят. Я не понял. Что значит серая? Здесь нет... Тут нет серого. Тут нет серого. Окей, а может быть, если мы просто возьмем... Я просто два раза вколол в себя что-то непонятное. Чё? Что если мы вставим сюда инъектор? Возьмем зеленую, например, смешаем цвета. Да. 200 было. Зика. Чёрт. А, было 600. А, я понял. Значит, нужно красный и зеленый смешать. Так, все слить. Это полное? Что я опять себя вколол, а? Поздравляю. Вы ладно. Прошли превентивную вакцинацию. По крайней мере, я смог это сделать. Я тебя ненавижу. По мне плющит. О! Следующее, найдите ключ-карту уровня доступа 2. Хорошо, ключ-карта, судя по всему, должна быть где-то вот здесь. Опа, уровень доступа 2. А какая разница? Пожалуй, в изолятор. Не знаю, любую можно взять. Но я видел, что я был женщиной. Значит, наверное, нужно вот эту карту взять, да? Ладно.
Так, мне нравятся эти вспышки. Что-то здесь... О май гад! Что за... Реальности смешались! Происходит? Нет. Нет! Блин, ну блин! Сейчас мы сможем! Сможем их легко одолеть. Все нормально, не надо паниковать, Евгений. Просто замочить... их и все. Ты вообще подохни. Ты вообще подохни. Все. Перегрев. Пойдемте просто к ним. Войдем в их интимное пространство. И задоминируем. Ау, кто попал? Кто посмел попасть? Все? Кажется, все. А, нет. Вон последний ходит. О! Говно. Все, все исчезло. Да? Ведь так? Идея. Го в изолятор. Фух. Забавно, мы по сути еще пол игры не прошли. Когда выбрали ту концовку дурацкую. Значит, в изоляторе нам нужно найти ключ-карту уровня доступа 3. И сюрпризы тут нас ждут. Такое чувство, будто участвую в хоррор-квесте. Какой-то неизвестный чувак оставляет послания, а я должен их выполнять. Серьезно? То есть я сначала выполнял приказы железяки, а теперь это у Уилсона? Пи***ц. Самоанализ исходного кода завершен. Запуск программы исправлению ошибок. Где Уилсон, ты? Мать твою, я же не успею! Открыть! Ну меня вот в эти не пустят, да? А можно? Я слышу вас, пришельцы. Уровень доступа отказано, ладно. В другой раз. Поищите информацию в терминале смотрителя. Где? Этот дом чист. А это что за уродливая красавица тут лежит? Апгрейд? Надо бы тебя достать. А-ха-ха. О, такое чувство, будто меня лишили невинности. Снова. Во-хо-хо-хо-бой. Ох, нифига себе, используйте, чтобы переключить режим стрельбы. Так, переключаем. О, блин! Что? Что это было? А, она говорит там. Хорошо. Это, знаете, в Quake 3 было такое оружие, шафт назывался, шафтган. Так, Волкова, приказ свыше. Эксперимент SC-48 оставить в кабинете смотрителя. Приказ Цербера, обсуждению не подлежит. Нам нужно поискать информацию в терминале смотрителя. Давайте поищем, что это такое. Использование устаревшей боевой техники обусловлено опытом проведения такого рода операций. Истребители шестого поколения просто падают под воздействием электромагнитных полей НЛО. Поэтому мы используем истребители четвертого поколения с максимальной минимизацией электронной начинки. Угу. Дальнейшие планы. От кого, Цербер? Тема «Дальнейшие планы». Сотрудники Восточного сектора. Волкова, смотритель сектора, ведущий ученый, эвакуировать. Значит, Нелик, помощник смотрителя, ликвидировать. Эвакуировать. Так, траля-ля. Сказать, здесь был? Здесь кто-то есть? Да. Кто-то есть, ладно. Ликвидировать, траля-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 ля. Ах, вот ты где. Давай-давай, выползай. Хорошо. Значит, оставить для дальнейших экспериментов. Оставить для дальнейших экспериментов. Я не знаю просто всех этих людей, но тут огромное количество людей, которых решили эвакуировать, ликвидировать и так далее. Значит, Цербер, запуск протокола. Госпожа Волкова, поскольку комплекс терминус... Ах ты, пришел, молодец. Терминус был заражен биомассой на 90%. Благодарим вас за сохранение этих 10%.
Мы вынуждены запустить программу «Протокол». Суть программы предельно проста. Будет отправлен специальный человек, который завершит под руководством ИОС все необходимые исследования, после чего будет уничтожен. В случае ошибок или неповиновения весь комплекс будет уничтожен. Ага. Вот он я. Я предполагаю вашу реакцию, поэтому прошу, не цепляйтесь за исследования. В течение последующих 2 недель будут проводиться строительные работы в статусе абсолютной секретности для реконструкции вашего восточного сектора под нужды программы «Протокол». После завершения работ вы и часть вашей команды будете эвакуированы. Хорошо, значит, дальше. Текущая ситуация. Цербер... Вы, наверное, в курсе случаев простуд в Южном секторе. Как вы можете догадаться, то дело совсем не в простуде. В лабораториях Южного сектора произошло ЧП, из-за которого инопланетная органика вышла за пределы лабораторий. При текущих прогнозах биомасса поглотит весь Южный сектор за 2 дня. Поэтому приоритетной задачей для вас является сохранение ЧП в тайне, предотвращение возможных волнений, устранение вероятной опасности. Назад. Так, а файлы какие здесь есть? Файл 1. В чем смысл? Какой смысл вставлять ключ-карту в камере D? Если это часть эксперимента, то почему я о нем не знаю? Да и что за синдром вилки в кабеле? Психосвязь. Есть теория, что НЛО имеет психотелепатическую связь со всеми объектами из корабля. Эта теория появилась еще во время первого энергетического импульса, но к моей печали не было возможности провести эксперимент, подтверждающий данную теорию. Сейчас у нас есть все возможности проверить данную теорию, но из-за дурацкого протокола нам не удается закончить эксперимент. Это так грустно. Преступная халатность. Тупой белек. Как можно было потерять артефакт с корабля? Всего лишь нужно было его доставить в северо-восточный сектор. Как? Надеюсь, это Джей Фокс со своими ребятами сможет найти пропажу. Эксперимент SC-48 удачен, однако есть одно «но». Для использования оружия необходим носитель паразита, а у паразитов у нас осталось всего 6. Жаль, что инопланетное чудо умирает вместе с носителем. Если попытаться их разделить... все, он навсегда со мной. Функции. Открыть хранилище. Воу. Открыть доступ к камере. Открыть. И открыть хранилище. Ошибка. Мы не можем. К сожалению, не можем. Мы все это открыто. Чемоданы. Дебош! Во имя справедливости. Открыть нельзя. Зайдите в камеру изолятора. Пойдемте в изолятор обратно. Карта с собой. Какой из? Хорошо. Стекло. Там пришелец дохлый. Двери шлюза открыть. Почему мне не работает фонарь? Не понимаю. Так, говори! Говори, где ключ-карта! Что это? Не то? Вот она. Дорогой, выйди, пожалуйста, в центральную комнату. Вы только послушайте, кто проснулся. Не будь язвительным и выйди, пожалуйста, в центральную комнату. Нет! А не проще дронов отправить сюда? Я не собираюсь отправлять никаких дронов. Ах да, тебе важен визуальный контакт. Хватит ребячеств, выходи. А что сразу хватит-то? Еще один пришелец. Ну-ка, давайте-ка откроем. Что вы тут от меня прячете? Книжки. Стартапы. Он пытался кубики собрать здесь. Ну, а тебе собираю свои сраные кубики. Что ж ты не собрал? Тупой, что ли, да? Иди на... Вот грубиян, а? А этого даже в игре не было задумано. Хорошо, где моя карта? Везрать карты. Ладно, идем в центральную комнату. Надеюсь, она не грохнет меня. Теперь я буду вечно жить с такой пушкой крутой. Ну, так. Я вышел. А, вот она. Привет. Привет. Оправилась после вмешательства Уилсона? Почти. Остались еще неизвестные ошибки. Слушай, я выполнял твой протокол. Терпел твои издевательства. Даже вколол в себя ту серую хреновину. Да, ты хороший мальчик. Зачем тебе меня убивать? Отпусти домой, и никто не пострадает.
К ней? Что? Что за хрень ты несешь? Я не хочу она здесь умереть, ты понимаешь это? Понимаю, но... Организация приносит свои глубочайшие извинения. Но вы все были скомпрометированы и подлежите немедленной ликвидации. Железяка, что это значит? Ваши семьи получат компенсацию от организации. Компенсации невозможны лишь в случае нарушения договора о неразглашении. Если же такое произойдет, то организация будет вынуждена принять контрмеры. Приятного дня! Железяка, мать твою, слышь? Ответь! Беги! Воу! Получается, это нам показали проекцию того, как в жилом комплексе всех убивали? Беги! Куда? Выживите! Хорошо. Я понял. Попробуем. А, перегрев, черт тебя дери! А! Я провалил миссию. Попробуем стрелять другим режимом. И где у нас? Надо забиться в угол. Проще всего будет. Вот оно, говно, какое меня убило. Хорошо, выжить. Это... Ау. Ау. Попробуем все-таки забиться в комнату, в угол. Ладно, эту шнягу не убить. Она меня с первого выстрела убивает. И советует бежать. Ладно, давайте просто убежим отсюда. Сюда нельзя. Стоп. Может быть, карта у меня есть с собой? Может быть, вот сюда попробуй залезть. Давайте все-таки попробуем влезть сюда. Мы же должны будем там к шахтам каким-то вспомогательным добраться. Пожалуйста, быстрее. Отлично. Давай. Пожалуйста, пожалуйста. Нельзя. Хорошо, нам нужно просто выжить. Мне кажется, лучом будет как-то удобнее их мочить. Хорошо, раз, готово. Я знаю, как выжить с ним. Вот так. Хорошо. Продолжаем дальше. Было близко. Где еще одни? Ага, вот он. Готово. Есть. Не знаю, зачем сказал, но кажется в тему. Хорошо, хорошо. Прикольно, что их этим лазером совсем чуть-чуть надо. Их двое теперь. Черт. Хорошо, этот сейчас упадет, потом вот этот. Нравится? Отлично. Сколько вас еще будет? Дохлый. С какой стороны? С какой стороны они? Теперь их трое. Я понял, проще забиться в угол, действительно. Вот в этот. Так, ты подох. Покайся во грехе! Не знаю, и ты подох. Слушайте, сколько живых тут. Все, перегрев. Все. Ебой! Эй, железяка, давай следующих, я только разогрелся. Вау, пушка, огонь. Эй, железяка. Тишина. Вот бы так всегда. Эх, нужно валить по-быстрому. Значит, поднимитесь по лестнице к терминалу и в нише... Ага, все. Слушайте, кажется, вот сейчас игра будет завершена. Вот уже скоро. Не забыть карту. А, старая добрая кишка. На всякий случай пусть будет оружие. И для кого вообще делают такие узкие проходы? Напоминает путешествие по вентиляции, только хуже. Окей, нам, видимо, дойдите до технического лифта. Оу, вау, 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 вау.
Да что же мне так везет на пожары? Нужен огнетушитель. Думаю, на местном складе найдется парочка. А, нам нужно на склад вернуться. Вызываем склад. Забавно, если выбираешь другую концовку, то игра увеличивается еще на часа два минимум. Я слышал тебя где-то. Где-то я тебя... Ладно, неважно. Это был огнетушитель здесь. Это не то, не то, не то. Это оно? Это оно. Почему ты... Неважно. Думаю, даже нет смысла с кем-то сражаться. Просто возьмем один огнетушитель. Это же он. Я надеюсь, я взял то, что нужно. А как мне им... Оу. А, я понял. Вот таким образом она окажется в той комнате, да? Так бы сразу не догадался, если бы не заметил. Кстати, здесь лежит еще один огнетушитель. А, это он и приехал, все. Так, я слышу, что-то там трясется все. Какие-то взрывы где-то вдалеке. Гоу. Ну давай же. Финальная катсцена. Введите пароль. Введите код в терминале технического лифта. Черт, какой же тут код? В бытовой зоне. Опять идти. Я взял карту с собой? Взял. Практика показала, что падать безопасно, поэтому падаем. А, да. Так, бытовая зона. Где-то здесь, где-то здесь, где-то тут. Ну, вот. Бытовая зона, пожалуйста, будь последней зоной. Нет. Не хочу препятствий, умрите. Ой, что-то вас много. Что-то вас много. Все, разобрался? Найдите код от технического лифта, да. Вот для чего здесь. Ах, жутковато. Ой, что это? Что это за звуки такие странные? Это из телека. Пищевой заменитель. А. В базе внутренних переписок комплекса наткнулся на странный приказ о переделке грузового входа во вход для персонала. Надо узнать, что за хрень творится в западном секторе. Зачем тут холодильник, если его нельзя открыть? Так, хорошо. Наверное, нужно идти туда, вот по логике обычно, как это делают. Тебя ведут в самое яркое место. И в самом ярком месте находится то, что ты ищешь. Но не здесь. Может быть, где-то в ящиках тут? Вот. Что это? Тостер. А, это что такое? Погодите. Данные обновлены. Добавлен рецепт от Уилсона. И как же понять, какой из них от Уилсона? 404? Это ошибка? 1984. Вот она. Может, этот код откроет двери лифта? 1984. Быстрее, ребят, пока не забыли. 1984. 1984. Сейчас будет что-то происходить, что из-за чего я забуду, да? 1984. Я буду происходить, вот из-за чего я забуду. 1984. Надо меньше болтать, ребят. Не болтайте. Не стойте. 1984. А что если я собьюсь сейчас? Так, 2, 3, 7, 8, 5, 4, 6, 3. 1984. Зачем я это делал? 1984. 1984. Давай быстрее. 1984. Наконец-то. Наконец-то. Вставляйся, сволочь. Вниз? Of course. На всякий случай. Меня тут пытаются убить постоянно, надо быть готовым.
Страшно представить, что меня ждет впереди. Загрузка? Да ладно, сколько мы еще будем играть в нее? Окей, ладно, посмотрим, что нас ждет дальше, забираем. Глава шестая. Мать твою! Напугала, зараза! Окей, хорошо. Оказывается, еще целая глава впереди. Продолжим в следующий раз. Огромное всем спасибо, что смотрели. Блин, игра меняется каждые пару часов игры. Она становится совсем другой по ощущению и по картинке даже. Это забавно. Ну, а я подустал, и я ухожу. Вот такие вот дела. А вы пока лайкайте, комментируйте, подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, становитесь в доску своими. Огромное всем спасибо еще раз. С вами был Юджин, и всем пять!